Я горжусь тем, что я англичанин. Члены моей семьи служили в армии. Мы защищали нашу страну. Мы были на войне. Я большой патриот Бангладеш. Я стопроцентный исландец, точно вам говорю. Это курдская свадьба. Моя мама в традиционном курдском наряде. Мы гордимся тем, что мы чернокожие, вот и все. Да, я считаю, положа руку на сердце, что моя страна лучшая в мире. А теперь подумайте, есть ли такие страны и национальности, с представителями которых вы не особенно ладите, или которые вам не слишком нравятся? Германия. Да, я небольшой поклонник немцев. Ну, может, они слегка... В частности, Индия и Пакистан. Из-за этого конфликта, ну вы понимаете. Ну, потому что часть меня ненавидит турков. Нет, не турков, а их правительство. А французы? Не. Мы просто самые лучшие, это факт. Я важнее вас. Я вас не знаю, но, по моему мнению, я сильный и я ценнее многих людей. А что вы скажете на предложение отправиться в путешествие по следам вашей ДНК? Да? Вы меня заинтриговали. А что вы можете мне сказать такого, чего я не знаю? А вы знаете, как устроена ДНК? Вы берете половину от мамы, половину от папы. По 50% от каждого. А они взяли по 50% от своих родителей. И так далее, и тому подобное. И таким образом до вас добрались крупицы ваших предков. Не могли бы вы плюнуть в эту пробирку? Просто плюньте до этой черной линии. Как много? Ваша история в этой пробирке. Что она мне расскажет? Что-то вроде «Ну да, вы француженка, и постойте, и вашей бабушкой с дедушкой французы, и еще...» На 100% бангладешец. Иракец, без сомнения. Я кубинец. Она расскажет, что я англичанин, как я вам и сказал. Джей, можете спуститься и сесть с нами? Я, признаться, немного взволнован. Итак, вы готовы узнать ваши результаты? Вы не могли бы прочесть их нам вслух? Ну и ну, только посмотрите на меня. О, Господи! О, вау! Черт, вот уж не ожидала. Все они. Вот это да! Нет, нет. Кавказ, который был турецкий? Восточная Европа, Испания, Португалия, Италия, Греция? Я на 32% британка? Что? Великобритания 30%. 5% Германия. Я ирландка? Так что, я еврей и мусульманин? Великобритания 11%. Вы уверены, что это мои результаты? Восточная Европа? Серьезно? Исландия теперь точно приблизится к Европе. Я больше скажу, этот тест вообще должен быть обязательным. Тогда бы не было в мире экстремизма, если бы люди знали о своих корнях. Кто бы был настолько глуп, чтобы поверить в существование чистой расы? По сути, мы все в широком смысле двоюродные братья и сестры. Но прямо в этой комнате у вас есть двоюродный брат. В гораздо более прямом смысле этого слова. Не. Повернитесь и попробуйте угадать, кто это. Вадж? Да что это такое? Спуститесь, пожалуйста, и познакомьтесь со своей двоюродной сестрой. О, Боже! Ты знал об этом? Не знал, понятия не имел. Мое сердце так бьется, что сейчас выскочит, клянусь. Я Джей отовсюду, если верить этому. Я настоящий человек мира. Это прекрасно, спасибо вам. А вам бы хотелось отправиться во все эти места? Да! О, да! Да, еще бы! О, да!